Казанский федеральный признанный в Татарстане лидер по противодействию коррупции. Вот уже несколько лет в ВУЗе ведется активная работа по борьбе и профилактике этой болячки общества. Причем в нее вовлечены как профессорско-преподавательский состав, так и студенты. Многочисленные выставки, конкурсы плакатов, тематические встречи, семинары, лекции. В университете делается все, чтобы проблема взяточничества не осталась без внимания. Ведь предупрежден, значит вооружен. Опыт работы в каждом ВУЗе он имеется. Я также благодарен своим коллегам, которые сегодня пришли к нам из некоторых вузов. Сегодня мы акценты не ставим, у кого лучше, у кого чуть похуже. Мы ставим акцент, вопрос в целом о проблеме и выдадим вам информацию, ту, которая имеется в университете, и та работа, которая здесь ведется. Положительный опыт Казанского федерального берут на заметку не только другие вузы республики. Все чаще и чаще к нему обращаются соответствующие ведомства. Именно поэтому в университете решили сконцентрировать весь свой багаж знаний в учебном пособии противодействия коррупции. Инициатива тут же была отмечена. Изучив учебное пособие противодействия коррупции, которое подготовлено Казанским федеральным университетом, конечно, очень много положительных эмоций возникло. Вообще, хотелось бы поблагодарить, во-первых, за совместную работу, потому что не понаслышке мы знаем, чем занимается Казанский федеральный университет, и мы реализуем наше управление совместные проекты. Стоит отметить, что в первую очередь пособие, конечно же, для студентов. Ведь коррупцию легче предупредить, чем излечить. И начинать это делать лучше как можно раньше.